видишь эту картиночку? Ей где-то 80 лет этой бабуле. 80 лет, бедняжка. А теперь смотри, какой лес остался после коммерческой чистки. Вот погляди, насколько он усранный вообще, это полный шлак. То есть вот я проезжаю, на этот лес стыдно смотреть. И это бабки, ничего другое. То есть получается, сюда пришли люди, просто выпилили то, что можно было продать, побросали все к чертям собачьим, и этот лес усранный, понимаешь? А вот этой бабушке 80 лет, она не привыкла к этому. Вот когда я говорю, что Латвия это мега позитивная страна, что делает позитив? Ну, конечно, природа. Но, в первую очередь, это те самые люди, которые нас окружают. Я гулял по лесу, и я в лесу увидел, знаешь, хосты, потом цветы. Думаю, нифига себе, откуда у нас в лесу так красиво? Откуда у нас в лесу растут такие цветы? Чуть грешным делом себя не выкупал в огород. Каюсь. Но потом я увидел, что это бабушка, а она просто, понимаешь, вот по дороге люди ходят, и она хочет, чтобы было красиво. 80 лет бабуле. Она такие кучи веток переворачивает, она листик к листику складывает, понимаешь? Вот, вот за это Латвию стоит любить. Вот Латвия в этой бабушке для меня, понимаешь? Вот она считает ее своей землей, это ее земля. Как они нас за нее ухожат, мне, честно говоря, стыдно. И я, наверное, думаю, если я поеду сейчас с работы и увижу, что она не успокоилась, я тормозну и, разумеется, как-то помогу ей. То есть она мой мотиватор. Она мне говорит, смотри, сынок, вокруг такой срач, а ты ездишь так, как будто бы это не твоя земля, как будто бы это не твое. Понимаешь? И я смотрю на эту бабушку, это не вот сегодняшнего дня действия, она всегда такая. Вот еду на работу, грубо говоря, в 7 утра, бабушка, 80 лет, господи, сколько тебе там осталось? Нет, она берет тачку, идет в лес, чистит его. Я еду с работы, такая же ситуация. Ну, честно скажу, ни разу ей не помог. Ну, блин, как-то вот все время не до нее. Но вот сейчас опять проезжаю, думаю, ну надо себя взять в руки. Надо взять себя в руки, поднять свою задницу и помочь этой бабушке. Это ведь не только ее земля, это и моя земля. И вот теперь слушай сюда внимательно. Это Стопиньо, это Дрельни. И сейчас у нас здесь идет речь о чем? О том, что здесь будут строить мусоросжигательный завод. И вот давайте мы поставим вот эту вот бабушку и любого из депутатов, которого, блядь, мы выбрали, и они как будто бы наши избранники. Вот я хочу, блядь, встретить ее на улице и сказать, ты депутат, и заодно ты заведующая в детском садике. Ты занимаешься детьми. Как ты могла подписаться под мусоросжигательным заводом? Блядь, сколько тебе денег заплатили? Насколько ты должна быть, вот кем ты должна быть вообще? И ты вот так же вот ходишь по нашему поселку, и ты же будешь встречаться, наверное, в магазине с людьми, и будешь смотреть им в глаза, и ты будешь это делать, ну, совершенно нормально. Вот сейчас ты депутат, это в твоих руках, и ты не какой-то там депутат, знаешь, там, Ушаков из Саскани, да, который взял там в Монако, свалил в свой замок, да насрать ему на Латвию. А я говорю про того, который здесь живет, здесь. Мы вместе с тобой ходим на праздники сюда, вместе с тобой закупаемся в одном магазине. Это наша земля. Я не знаю, сколько тебе заплатили денег, чтобы ты захотел из нее сделать помойку, блядь. Вот тут, с одной стороны, это вот эта бабушка 80 лет, которая вот за эту землю костьми ляжет, блядь. А с другой стороны, это, сука, депутат, который, блядь, за 30 серебряников мать родную не то что землю продаст. Я извиняюсь, конечно, вот за все свои выпады эти. Ну, вот, вот такая эмоция, такая эмоциональная волна меня накрыла.